Здравствуйте, я здесь из российской хоккейской. Вы сегодня проиграли. Что случилось в вашей команде? Не знаю, вроде команда настроилась, но, может быть, не хватило везения и не реализовывали моменты, не забили из-за этого. И какой город тебе больше нравится и где вам лучше играло? Мы по городу особо не ходили, потому что у нас была раскатка и вечером игра. Мы приехали сюда не по магазинам ходить, а выигрывать, но не совсем это получается. Да, хорошо. И я не видел много российских болельщиков здесь, на стадионе. Почему? Не знаю, видимо, не приехали нас поддержать. Хорошо. И ты хочешь иногда возвращаться здесь, в город Преров или в город Злин? Конечно, хотелось бы играть в Злине за призовые места, но так как мы проигрываем матчи, получается, что мы играем здесь. Спасибо.